И в завершении выпуска на перуанском телевидении рассказали о жизненном пути Гейдара Алиева и независимости Азербайджана. Гостем популярной передачи «Коннекта Перу» на авторитетном государственном телевидении ТВ Перу стал посол Азербайджана в Мексике и в Перу Мамед Талыбов. Дипломат ответил на вопросы ведущих в прямом эфире, рассказал об истории и реалиях Азербайджана. Зрители перуанского телевидения увидели специально подготовленный для эфира ролик о нашей стране, из которого узнали, что Азербайджан – первая демократическая республика на мусульманском востоке, один из признанных центров толерантности и мультикультурализма в современном мире. Телезрителям рассказали, как Азербайджан восстановил территориальную целостность, положив конец 30-летней оккупации, и как проводит на освобожденных территориях масштабную работу по восстановлению и реконструкции. Кроме того, в эфире было отмечено, что этот год, помимо 105-летия независимости страны, знаменуется празднованием столетия со дня рождения основателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева. То, что сегодня Азербайджан – сильное и влиятельное государство на международной арене, важный энергетический и транспортный узел, и прогрессивные развитые страны продолжаются во всех сферах. Безусловные результаты целенаправленной политики Гейдара Алиева.